Я думаю, что сегодня с вашей помощью я пойду прям по основному квесту. Джоки, здравствуй, Стайкориум, добрый день, Достоевский. В каком же ужасном месте я остался. Но мы эту загадку разгадали здесь. Так. Наша самурайка с двумя дуалочками. Она умеет прыгать и наносить 4 удара в прыжке. То есть раз-два и раз-два-три-четыре. Душ 103 тысячи. Мы переучили специально, там переточили немножечко новые пушки. Да, это огненный великан. Нормально. Нифига себе. Он катится еще. Что он делает? Не надо, не надо, не надо, друг. Я ничего не знаю. Ай, по лицу как. А еще раз. Воу. Взрываться сейчас, кажется, будет. Я перекатывался, видел бок. Да блин. О! Нифига себе, как и мы его бодренько. Вот это у него нос, смотрите, посередине. Вторая фаза. Опасно. Очень опасно. Что он делает? Ногу, кажется, то ли вырывать, то ли править будет. Зачем? Ты дурак? У тебя же руки были, зачем тебе нога? А у них у всех ноги настолько слабые, что удар по ним смертельный. Да, странно это. Ой. У него не только нос, у него еще глаз с безумием горящий. Страшно? Страшно, что я дугу из... Нифига себе урон. Нифига себе урон. О! Какой же он здоровый, а? Ё-моё. Ха-ха.
вижу эти сферки. Жесть какая. Он жив еще? Нет. Ах ты, блин. Да беги, добей. Изи. Красиво ушел. Такой смех. Не оборачиваемся на эту штуку, которая падает за спиной. Санфиш, добрый вечер. Привет. 180 тысяч душ. Таких, такого количества душ мне не давали за боссов. Это прям жир, 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 жир. Ну, урон дикий с этих дуалочек. Особенно в прыжке, они еще не максимально наточены, и мы... Просто халява, согласен. О, можем потратить души, докачать наконец-то до 40 выносливость. И потом задаться вопросом, а что дальше? Неужели дальше Олег? Реально. Качать какую-нибудь синту для того, чтобы дотянуться до, там, до 100 очков маны. Ну, потому что вот, 40-40-40. 40. Там, где пятно крови. А, здесь можно лечь. Офигеть. Офигеть. И сейчас гроб будет, да, и нас транспортируют. Время замедляется. Даже полностью как будто останавливается. За исключением парочки. Или даже в обратную сторону начинает идти. Да. Разрушенные колонны поднимаются. Тут же сразу ассоциация с принцем Персии. Колонны, отматывание времени назад. Степа Свисфак, привет. Почему во всей серии такие странные сообщения от игроков, лимит на символы? А там, кажется, типовые ты можешь только выбирать. То есть ты не можешь печатать. Ты можешь выбирать только кусочки. Насчет имба магов, тот же билд на блит, но это еще оп штука. Та еще оп штука. О, это все собралось в нечто такое ареноподобное, что ли? Да, кажется, будет босс сейчас. Что это? Сережка говорит, я ем батон с изюмом. Поздравляю. О, да, это дракон. Какой-то пока что окаменелый, но это временно. И мне кажется, здесь будет... Надо оставить амулет на молнии. Они явно будут тут участвовать в нанесении урона. Как у Рейдена, да, Сережка? Ну, почти. Похоже на босса. Да. Ой, красиво. Как здесь грамотно работают, конечно, со светом. Ну что, попробуем. Мариковского храма не вижу. Раскроется. Да, владыка драконов. Двуголовый. Ага. Молнии раз. Блин, стоять. Хорошо, перекатились. Ай-яй-яй-яй-яй. Такой удар пропустил. И еле успел выпить до получения огненного урона. Хорошо, перекатился. Ой, сейчас будет.
Да ё-моё. Нет, сейчас упадет. Вторая фаза, что ли, уже? Ё-моё. Да ё-моё. Классный. Блин, а чё не подлечился-то? Горыныч такой здоровый, классный. Владыка драконов. Не, неплохо. В целом он пробивается хорошо. Удары у него мощные, но не ультимативные. Да, мне казалось, что я выпил опять. Мне что-то кажется, что сегодня... А! Нет. Нет. Да как так-то? Неужели... Там наверняка где-то благодать утраченная, которую я пробегал, блин, 20 раз. Не могу поверить. Летит. Две бутылки осталось всего лишь. Такой он здоровый. Чуть-чуть. А, убили уже. Воспоминания владыки драконов. Кстати, это, возможно, пушка. Возможно, пушка. Ну, парочка пушек уникальных. И дали 290 тысяч душ. Офигеть. Фалька. С второго трая просто. Плюс 280 тысяч. Офигеть. Осторожно, хаос. На ценный предмет не поможет. Я бы сейчас потратил эти души, потому что с легкостью их можно слить. Вопрос только куда опять? Что 4 статы у нас уже в капе. Я начал, продолжил точнее качать силу. Да, давайте 4 силы. Впереди морок. Проходим через туман. О-о-о-о. Священник зверь. Человек, приблизившись... Предназначенная смерть. Музыка играет эпическая. А я стою. Прикрылся просто бетонной плитой. Это сейчас зря. И ковыряем его немножко. Просто, просто элементарщина. Там челлендж на убийство Мелании дали. Он не может пробить наш щит. Вторая фаза вообще. Эй, геймплей называется. Ну, а что ты превратишься? Чем ты меня удивишь вообще? Блок не пробивается. О, смерть. Стань моим клинком еще раз. О-о-о. Что? Лот, это тот кинжал, что под церковью лежит. С пятью пальцами. О, что? А что за пес?
Это наш старый знакомый пес? Или просто пес? Мама родная, что за зверь? Я думаю, что он блочится. А чё у меня с ХП? А чё у меня с ХП? Ребята, а чё такое? А чё отнимается, я не понял. О, вернулась. О, упала. Ой, плохо. Слушайте, это какая-то дичь. А чё с КП, я не понял. Мы погибли. Ребята, мы погибли. Здоровье постоянно отнимается, как будто... Я не знаю, что это. Магия, тьма, чё это такое? Охренеть, ты бешеный, а? Я хотел перекатиться. Это было жалкое зрелище. Так, ну неужели мне сейчас нужно будет, блин, доставать парные клинки и пытаться ее передепесить на второй фазе? Не, ну в принципе. До Милани, говорят, идти долго. Так, надо сейчас быстренько переобуться в человека, который умеет перекатываться. Это не просто, потому что умение переката, оно быстро... Ну, во-первых, тебе мувсет нужно понять человека. А у него две фазы. И опаснее именно вторая фаза. Но нужно как бы мувсет все равно посмотреть на первой фазе. Извините. Можно забить на эти 50 тысяч душ, потому что... Моление клинок Микелы. Моление... Это у Трампа жена. А-а-а. Ага, я понял тебя. Я говорю, не рычи. Ух ты. А какой он резкий. Вы видели? Ага. А, вот так вот даже. Нифига себе. Да как то? Он резкий. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты! Опасный чувак вообще. Да блин. Довели до второй фазы кое-как, но вторая фаза опасней. Нельзя вы просто. Что-то плясал. Глупая погашенная душа, для чего тебе предостаточно смерть? Для кого тяжелаешь убить? Тебя, пес, убить! И воспоминания дали. Просто с первого трая с дуалочкой. Первая фаза была сложнее, чем вторая. Там столько урона влетало в него. Ну и как-то на чудесах там 2-3 переката сделал на старте и удалось серию сделать. Реально на шару там было. Там руна цепали? Отлично.
Читер. Лол, пишет Ред Бехелит. Бехелит. Бехелит меня веселит. О-о-о-о. А что это у нас тут? За пушка, воздушка. У старушки в крепости... Руна смерти свободна. Я этого пса знаю. И зловещий рог смерти навис над Междузерьем. Но огонь также сожжет густые шипы. А, так вот, мы все-таки попалили дерево жизни. Прощай, погасшая душа. Это что, плохая концовка? Не-не-не, подождите, это не может быть финальным боссом. Скоро ты обретешь власть над Элденом. Нормально? Власть, которая не снилась? На утро после. Нашу самурайку не узнать. Она каждый день в новом наряде. Сейчас в новом прикиде. Сейчас вот смотрите, в эти варежки у нее. Вот это Лока. $220,000 душ. А, это Лендейл. Лендел, точнее, столица пепла теперь уже. То есть они взяли и локацию дополнили. Ну хотя. О, похоже на арену. Да. Маг впереди собака. Есть. Вижу. Ой, сейчас будет. Нормально они там дэмэджат. Так, как насчет изменения сетапа, Михаил, опять? Вообще он... Так припечатало. Миша, где урон? Ну, я не знаю. Заходит Арчер в бар и говорит, убьешь за 1000 трайв Милену. Вообще изи. А почему я не на Мариковском храме резнулся? Какого черта-то? У меня был выбор резнуться где-то в другом месте. Да вы что? Да ты я... Там же был храм. Там же был, блин, храм. Там был храм. Я уже не уложился 15 минут. Да урона не было, потому что я коня фактически не атаковал. То есть я уворачивался от его прокастов. Чай великолепный, Михаил, keep trying. Еще одна минута, шансы есть. Это вообще сзади два босса были, помните? Мне что-то кажется, надо... Надо было щит переодевать. Да вон там Мариковский храм есть. Какого хрена? Да вы что?
Ну вот, это же оно. А, это призыв. Понял? Призыв. Не устраивает. Я не то тыкнул, извините. Да и... Ах ты пес! Я забыл про этот скилл. Ой, блин. Не, удары у него достаточно простые, просто осложняются это вот этими вот магическими штуками. Блин, вот такой размашистый удар опять. Ах ты, ах ты, ах ты, а ты... Красиво, конечно. Ой, это плохо. Три удара, между прочим. Пять даже. Ага, не угадал я это. Пять. Ох ты. О, фаза. Изи. Нормально, но он красив, конечно. Мастерство Лоретты. Боевой серп Лоретты. Счетчик смертей в студию. Да ладно, не может быть он такой злой. Ну, удачи, Михаил, серьезно? Впереди нечто потрясающее, и тогда торопиться, о, торопиться. Почему опять движение по кругу? Требуется трава. Ребята, у кого трава есть? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Запоминаем ее движение. Включайте музыку, этот парень был из тех, что просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех. Пыль дорог и ветра свист. Она сидит, смотрите, какая у корня древа. Симпатяшка. Только без руки. Она вросла, что ли, туда или что? А, понятно.
Я, кажется, ее на артах видела. Это очень красивый босс. Я так долго спала. Моя плоть пожелтела, подобно потускневшему золоту, а кровь... Что-то с ней тоже произошло, не успел прочитать. Я оставила после себя гору трупов. Так. В ожидании. Его возвращение. Кого она ждала? А, она была в ролике, она сражалась с Раданом. Ясненько. Heed my words. Внемли моим словам. I am Malenia. Я Malenia. Арчер говорил про меня. Ой. Длинно. And I have never known. И я прежде не знала поражений. Ага. Красиво. А где урон Malenia? У нее чисто физика пока идет, поэтому. А, она отжирается! Она отжирается от меня! О, понял тебя! Красиво! О, а чё, это нечестно! Она отжирается. Я что-то не понял, а она... Почему она такая дикая? Понял себя. Ай! Так. У нее же точно еще вторая фаза будет. Malenia, что с лицом? Вот это плохо. А нет, нет! Блин, половину хп отняли. Черт! Чуть-чуть осталось, пара ударов. Вторая фаза. Увидим сейчас. Ну хотя бы сегодня довел до нее. Не верю, не верю. Это не конец. Не верю. Да, пожалуйста. Ой, не к бобру это. Не к бобру. Кто там?
Кто там? Что? Ой. Wait. Постой. Ой-ой. Какая красота. Алый цветок распускается снова. Чудесно. Игорь Блайк поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Получается, для тебя ее роза цвела. Ты уже не растеряйся. Я постараюсь. С гнезда костей. Такая, конечно, дама. Пловец. Ой, красная гниль. Нормально. Все, друзья, уже поздно, уже пол первого, я пойду отдыхать. Чего я вам желаю. Спасибо Арчеру за челлендж. У нас осталось еще там 38 попыток, и вообще язык говоря. Первая фаза легчайшая, а вторую будем изучать. Красная гниль неприятно, но что-нибудь придумаем. Пока.